Армянские источники утверждают, что из России армянам поступило четкое указание. В ближайшие дни в Карабахе произойдут серьезные процессы. Согласно распоряжению Кремля, все вооруженные армяне, полицейские, военные, охрана, неважно, кто с оружием в руках, должны быть полностью выведены с территории Карабаха, находящихся под временным контролем российских миротворцев. Как передает Ази Ас, об этом заявил известный армянский политолог Самвел Оганесян. «У нас есть доказательства этого. По информации, полученной нами от источников, близких к ереванским властям, несколько дней назад поступил звонок из Кремля и было назначено время. Все вооруженные армяне должны быть выселены из Карабаха или разоружены. Это означает, что Россия полностью выполняет все желания Баку. Нам также придется попрощаться с полезными ископаемыми, которые мы эксплуатировали до сих пор. И судя по словам командующего миротворцами Волкова, создание мини-таможни – яркое тому доказательство», отметил политолог Самвел Оганесян. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.